Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами поговорим про бейджики секретные, которые есть в игре, ну а также про записки и другие изменения, которые были недавно. Итак, ребята, ну для начала есть вот таких вот два бейджика, они уже давно, и совсем скоро, ребят, мы уже сможем их получать, потому что через пару дней начнется непосредственно RB Battle, где и, собственно, будет возможность получить. Не знаю, сможем ли мы получить или только ютуберы, посмотрим. И вот, ребята, секретный бейдж, который еще никто не выигрывал, и он появился совсем недавно. Он гласит о следующем. Вы обнаружили укрытие кленового пончика. Интересно, что это может значить? На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Также, ребята, в билд мод добавили новый предмет, это нож. Непонятно, как он будет действовать в игре, но в этом строительном моде, так сказать, он действует очень странно. Идет загрузка, лежит нож, мы его подбираем, и игра закончена. Очень странно и непонятно, для чего это нужно. Ну и еще одно обновление небольшое, это на VIP-серверах добавилась возможность выбирать третью карту. Вот этот Chapter 3, он был недоступен до обновления. Обновление вышло буквально день назад. Ну что ж, ребята, давайте сейчас поговорим о самом загадочном и непонятном бейджике, секретном, который еще никто не обнаружил. Вот здесь вот есть единственная записка, в которой что-то есть про этот кленовый пончик. Напоминание персоналу. Делайте правильный выбор, выбирайте пончик с кленовым сиропом при заказе в кафетерии. Непонятно, ребята, к чему это, но если вас интересуют все записки этого эпизода, обязательно посмотрите историю Пигги. Я нашел целых 9 записок непосредственно в этом эпизоде и все вам рассказал, расшифровал, показал, так что если вам интересно, не забудьте посмотреть. Ну что ж, ребят, давайте исследуем весь кафетерий, я смотрю, что тут под столами, может что-то завалялось, может тут надо на ромбики нажимать. Короче, я тут все тщательно, ребят, пересмотрел и, к сожалению, ничего не нашел. Давайте сходим поищем ключик от красной двери, от красного замка точнее, вот он есть. Для того, чтобы найти отверточку. Так, о, как мне повезло. Как раз газовая граната здесь. Подбираем, бросаем и можем отправляться подбирать отвертку. Попробуем зайти на кухню, посмотреть, что еще на кухне находится. Может, там мы найдем какую-то подсказку. Что ж это за кленовый пончик? Кстати, он написан с большой буквы. Возможно, это скин кленового пончика. Так что все очень интересно. Так, ну что, ребят, давайте исследуем здесь кухню теперь. Все понажимаем, может где-то есть какие-то скрытые кнопочки, не знаю. Сейчас я все буду тыкать и искать подсказки. Так, здесь на выдаче ничего нету. Тут просто дощечка. У нас довольно-таки много разных эпизодов. И в первой части Пигги были, которые можно исследовать, где есть кафетерии, где есть какие-то общепиты. И, кстати, в первой части второго книге тоже у нас был кафетерий. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Слушай, ребята, я ничего не нашел, и у меня пришла такая странная мысль дать морковку этому охраннику. Нет, к сожалению, он никак не реагирует, все-таки нужно пони отдавать. А может как-то их соединить, этого охранника и того. Давайте попробуем. Побежали. А? Нет, не бежишь? Так, ну этот охранник или охранница вообще на меня не реагирует. Ладно, давайте наоборот. Этого позовем туда, чтобы он газа надышался. Погнали! Слушайте, он аж подсвечивает чем-то. Хотя у него вроде никакого фонарика нет в руках. Чем он светит? Так. Нет, газ на него никак не действует. Так, а что если еще вот этого охранника? Всех тут вызвать прям. Пускай все бегают за мной. Интересно, чем они так подсвечивают? Смотрите, я как под фонариком бегу. Этот еще бежит на месте. Давайте теперь все вместе за мной, ребятки. Дружненько побежали. Нет, ребят, это тоже не вариант. Ну что ж, я думаю, что обязательно расскажу вам, как же использовать этот бейдж. Ну а сейчас я надеюсь, что вы подпишетесь на мою страничку RedCat YouTube в Инстаграме. Либо же, кто не зашел еще, залетайте в мой Discord. Ну а сейчас, ребята,
перейдем немножко к другой теме, про мистера Стич. Вот вы видите, что в первом эпизоде он у нас стоял справа от дома. И сейчас, ребята, мы все с вами посмотрим. Ну, кто не знает, да, на полотенце у нас есть Соник. Я даже случайно попал между стенами, когда выбирался на улицу. Вот, и сейчас мы посмотрим, кто же у нас одноглазый там стоит. Давайте посмотрим. Стич или не Стич? Так, вот он, мистер Стич. Да, ребята, это он, все верно. Я думаю, что каждый из вас знает, что он есть в игре. Вы можете его получить. Вот он у меня тоже есть. И, собственно, ставьте лайк, конечно же, кто получал благодаря видео на канале Red Cat. Но кто не получал, быстро-быстро получайте, если есть еще такая возможность. Его получить несложно. Вот еще кафетерий, к примеру, во втором эпизоде. Я тут тоже все пересмотрел, но ничего подозрительного не нашел. Так что будем дальше искать. Очень-очень интересно, что ж это за кленовый пончик окажется. Также, ребята, я обратил внимание, что вот здесь вот уже, ну, это, по-моему, давно уже убрали, но когда-то здесь было фото, или вот это в белой рамке, да, с Пеппой. Когда-то здесь была еще единственная Пеппа нарисована. И вот здесь, ребята, помните табличку, на которой было написано все рост, вес? Вот, она теперь пустая, она абсолютно белая. Ну так вот, интересно. Я решил, ребят, все эпизоды посмотреть, есть ли там что-то новенького, что-то поменялось или нет. Теперь мы забрались в лес, тут тоже всякие могилки добавили, свечи для выполнения квеста. И здесь есть тоже записочка. Вот, ребята, смотрите. Написано: «Не рисуйте в доме со светом, иначе вы привлечете и его тоже». Это, ребята, была речь о мистере Стичи, которого, собственно, мы с вами и получали благодаря этой записке. Также, ребята, он есть вот здесь, вот в школе, на пятом эпизоде. Видите? Тоже мистер стоит и светит своими глазами. Ну и, конечно же, он есть во второй книге. Я думаю, что вы его там все видели в первом эпизоде. Вот еще, к примеру, кафетерий, но уже в школе. Тут тоже ничего подозрительного нету. О каком же кафетерии все-таки шла речь? Может, из первого эпизода Пигги 2? Ну, мы там тоже посмотрим. И, ребята, вот тут тоже появилась новая записка, которой раньше не было. Смотрите. «Я дал ему лицо. Я был его единственным другом». Ну или «Я дала ему лицо. Я была его единственным другом». На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Что имеется в виду под словом «я дала ему лицо» или «я дал ему лицо»? Ну вот здесь вот тоже еще одна интересная у нас записочка. «Кто-то начал беспорядки в окрестности города. Описание свидетеля совпадает с его внешностью. Я никогда его больше не видел или не видела». Все эти записки появились, когда в игру добавили мистера Стич. Может, это как-то связано именно с ним. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите в комментарии. Ну и, конечно же, сам мистер Стичи, вот он стоит. Так что на четырех эпизодах, ребята, у нас есть мистер Стичи. Ну и еще одна записочка вот здесь вот лежит. «Когда он узнал о моем диагнозе, он расстроился и отчаялся. Он ушел». Опять же, возможно, это про нашего мистера все говорилось, возможно, нет. Возможно, это про мистера Картошку. Ну и напоследок, ребята, вот он, видите, тоже тут есть на этом эпизоде. И давайте, ребята, исследуем еще один кафетерий. На мой взгляд, этот кафетерий больше всего похож по описанию, смотрите. Он довольно-таки большой, он такой, в принципе, выглядит, как будто бы здесь могли бы спокойно и пончики продавать. И у меня есть предположение, где может скрываться этот мистер Кленовый Пончик. Ну, либо же это может быть какой-то скин, может быть какой-то герой, какой-нибудь персонаж. Либо же это может быть действительно какой-то съедобный пончик, который спрятали. У меня есть подозрение большое, что это вот здесь вот. Что здесь есть очень загадочная дверь, которая все время закрыта. Мы видим, что там есть какая-то кладовка, но никак почему-то сюда попасть не можем.
Там есть вода и что-то явно спрятано в шкафу. У меня есть подозрение, что возможно это здесь. Я почему-то уверен, что буквально через неделю мы все-все с вами узнаем. Ну и конечно же вы первые узнаете от меня на канале Red Cat о том, что же это был за пончик. Так что не пропустите. На этом пока все. Всем пока.